Итак, мы готовы с Лерой начать. Я надеюсь, вы также готовы. И первое, что мы сделаем, это соединим два движения, которые были до этого. У нас был ключ, и у нас было шоссе в одну и в другую сторону. Теперь внимание. Мужчины, приготовьте, пожалуйста, левую ногу. Милые дамы, приготовьте, пожалуйста, правую ногу. И теперь каждый со своих ног станцует сначала ключик назад, вперед. И раз, два, раз, два. И каждый со своих ног станцует шоссе в одну и в другую сторону. Та-ка-та-та, та-ка-та-та. И теперь соединяем ключик. Раз, два. Я-ка-та-там, я-ка-та-там. Ключик, шоссе в одну сторону, шоссе в другую. Два. Я-ка-та, я-ка-та-та. Раз, два. Я-ка-та-та, я-ка-та-та. Ну что же, попробуем станцевать основное движение под музыку. Итак, друзья, я думаю, настало время станцевать это движение в паре. Я прошу обратить внимание на то, что позиция в джаве немножко отличается от других танцев. Наш замочек, наша рука находится немножко ниже. В обычных танцах самая классическая позиция у нас выглядит вот так. В джаве мы опускаем центр вниз. Партнеры, вам будет так гораздо легче управлять партнерши в джаве. Итак, партнеры, приготовьте левую ногу, партнерши правую. Мы начинаем с ключика. И раз, два, шоссе. Три и четыре. Три и четыре. Раз, два. Три и четыре. Три и четыре. Раз, два. Три и четыре. Три и четыре. Также центр находится чуть-чуть впереди. Мы очень собраны вот в этой части. Ни в коем случае не разваливаемся. Ни в коем случае у нас не может быть вот такого движения. Впереди. Я-ка-та-та. А раз, два. Та-ка-та-та. Та-ка-та-та. А раз, два. Та-ка-та-там. Та-ка-та-та. Попробуем под музыку. Ну что, друзья, как вам джайв? Я искренне надеюсь, что вам нравится его танцевать. Давайте мы немножко переварим эту информацию, отработайте дома и увидимся на следующем уроке, в котором мы добавим несколько новых классных связок.